это мы ничего, кроме острой необходимостью быть возле или рядом или около, это о том же, лишь бы чувствовать запах твоей кожи. Ну что же, в общем-то, всем привет. Привет тебе, мальчик-пацанючек. Привет тебе, Димыч Андреевич, если вообще смотришь это видео. Хотя, ты давно уже не смотрел это видео. То есть вообще мои прохождения, потому что ты к Пашиндю редко стал заходить. Но, в общем-то, неважно. Мы продолжаем проходить The Evil Within, 6 сезон, 2 серия. Да, и у меня есть одна небольшая плохая новость. В общем-то, я заболел. Вообще все. Все, я буду плакать и страдать. У меня заложен нос, у меня кашель, у меня сопли, у меня вся эта херня. Я буду страдать, реально. Ладно. Я что, баба, что ли, ныть? И чего ныть, блин? Несмотря на всю эту херню, мы продолжаем прохождение, не будем отчаиваться. В прошлой части мы вышли в какой-то непонятный лес и дошли до особняка, который мы уже практически наполовину исследовали, разгадав там одну головоломку с мозгами. И у нас и активировали, собственно говоря, в главном холле одну капсулу. Собственно говоря, теперь мы должны еще такие две головоломочки разгадать и пройти. Да, это не шутки, я действительно заболел, но надеюсь, что выздоровлю, пацанючки вы мои. Ну и все в этом роде. Ну что же, сейчас мы отправляемся исследовать очередную область этого особняка. Так появляется Рубик. Я и так болею, у меня еще больше. Твою мать! Он телепортируется! Он телепортируется! Давай быстрее, быстрее, быстрее! Открывай! Открывай дверь! Я не хочу проигрывать! Пожалуйста, не убивай меня. Все, он ушел. Слава богу. Блин, я не успел выйти, он уже появился. Как? Почему? Что я ему сделал? В общем-то, эту часть мы уже исследовали, этого особнячка такого, и теперь мы отправляемся, собственно говоря, разгадывать остальные головоломки и исследовать дальше остальные части. Скажу сразу, что этот сезон будет довольно долгим, так сказать, но тем не менее мы надеемся, что его пройдем, да? В общем, сейчас мы держим путь в правую сторону этого особняка, восточную, так сказать. Так, и вот, собственно говоря, сюда мы должны были пойти в прошлой части. Так, что-то подлагнуло чуть-чуть. Так, давай. А, тут мы уже были, тут какая-то бабка была, которую я по стелсу, так сказать, вырубил, да? Ну, теперь направляемся дальше. Так, вот какая-то очередная дверь. Мне больше всего интересует то, куда же, собственно говоря, нас выведет этот особняк. То есть, куда мы попадем. Ну, пока что наша главная цель следовать за доктором Мартином. Ой, Мартином опять. Марселло Хименезом и Лезли. Только вот Себастьян, я бы на том месте бы уже перестал их искать, потому что они уже давным-давно уже ушли далеко-далеко. Пока мы там головоломки тут разгадываем, бьем себе, ломаем голову, они уже наверняка где-то уже на Канарах загорают. Ну, в буквальном смысле. Так, и тут у нас какой-то странный аппарат, так сказать. У нас тут какая-то записочка, давайте подберем. Записка из музыкальной комнаты особняка. Два мира, разделенные пропастью. Наверху безликие зрители, смеющиеся над трагедией, внизу беспощадные жертвы, теряющие все. То есть что-то хорошее, что-то плохое, да, в одном лице. Интересно, это тоже такая головоломка, или это просто, чтобы иметь в виду, так сказать, да? Так, что же надо тут сделать? Тут надо что-то вставить, насколько я понимаю, но этого что-то у нас нету пока что, и нужно это найти. Нужно это, собственно говоря, найти. Чем мы сейчас и займемся. Наверное, тут какой-то есть проход, так сказать, да? Но сейчас наша цель открыть другие проходы. Так, не забываем, что у нас есть еще также верхний этаж. Так, блин, тут мы уже были. Так, ну, в общем-то, поднимаемся теперь на верхний этаж, да, пацанючек? Тут мы уже все исследовали.
Да, с этим Рубиком, конечно, опасно связываться, потому что если он появится, то это полный крындец. Полный крындец. Да? Что это? Сука, что это такое? Так. Ну, начнем с левой стороны, я думаю. Так, и тут мы забрели в какую-то библиотеку, так сказать, да? Так, монстры. Сука. Монстры, монстры. Отжигай. Yes. О, гори, сука, гори. Ты немножко подлагивает стал. Но я уже говорил, что начинает лагать тогда, когда огонь появляется или что-то типа того. О, да. Это будет лучше, чем обычная бутылочка. О, еще детали. Так, давай посмотрим, сможем ли мы сейчас что-то для арба... А, он, мы не сможем. Мы не сможем. Или сможем, подожди. Да нихера ничего мы не сможем. Ну ладно, что. Давай лучше сейчас исследуем библиотеку, наверное, да? Такая довольно интересная библиотека. У нас уже полная. У нас даже нет места на замораживающий болт, так сказать, да? Так, тут бомбочка. Специально так вот медленно идет, а потом разгоняется, да? Чтобы перепутать игрока. Тут, наверное, скорее всего, игра подстраивается под игрока. Если ему все ловушки, все монстры, все легко удается победить, то игра становится сложной и делает всякие пакости. А если игрок даже на самых легких ловушках начинает попадаться, то игра ему делает снисхождение. И он... Твою налево, сука! Игра ему делает снисхождение, и он... Ему становится легче пройти. Ты еще двое, что ли, твою мать? Мать твою! Господи! Помогите, боже мой! Давай, иди сюда, иди, иди. Гори, сука. Зомби что-то в библиотеке, блин, забыли, да? Ничего. Ну, сегодня... Это, я, разумеется, чтобы выздороветь, буду пить... Чику с малиной, таким как вы, героем, быть нельзя сопливым. Ну ладно, собственно говоря, сегодня мы съедим вот эту вот конфеточку-деточку. Это Рафаэлочка, это моя самая любимая моя конфеточка, так что вот такие вот дела, мальчик. Но, в чем минус, я не чувствую ее вкуса. Так, Нашли первую деталь от того аппарата. Старый циферблат сейфа с числами от 0 до 24. Интересно. Твою же мать, это мы сейчас должны еще угадать, какое надо поставить число. Интересно. Какая странная картина. Люди какие-то, они что, где-то, наверное... Это где-то, наверное, кого-то казнили. Вон какой-то аппарат, вон. Топор, вон. Твою мать! Помогите! Господи! Боже мой, помогите! Этот Рубик тупой! Кто-нибудь! Куда идти, сука? Твою мать! Мать твою! Сука! Нет, это дурак, что ли? Фух, слава богу. Он ушел. Блин, я уже там испугался. Я чуть не обосрался, реально. Друг, он меня так пугает. Иди ж там, мать, а. Фух, я и так, блин, болею. Меня сейчас, сука, блин, пугать вздумал, блин. Вот гад. Не напугаешь. О, патроны. Так, что-то мы еще можем найти. Ну, тут, собственно говоря, типичная библиотека.
Тут можно книжки найти, там всякую херню. Некоторые, кстати говоря, развалились. Ну, понятно, почему. Можно даже и не спрашивать, потому что эти зомбачки тут побывали. Ну и все остальное. Ладно, в общем-то, идем дальше. Возможно, я тут что-то и позабыл, конечно, собрать, но... Тут, блин, и так сложно. Если тут все подряд исследовать, то это, блин, ой-ой-ой. Уйдет много, большое количество времени, так сказать. Yes. Так. Да, у нас сейчас вообще дохерища этих запчастей. О, еще один документ. Записка из комнаты Рубика. Твою мать, этот Рубик, блин. Сейчас у меня могут быть небольшие проблемы с голосом. Он может как-то искажаться или картавиться, но вы не обращайте внимания. Это просто я из-за насморка так буду разговаривать. Я снова видел ее там, в конце коридора. Как всегда, прекрасные черные волосы, серебряные лунным светом глаза, черные озера на фарфоровом лице. Она была в своем любимом платье цвета алого заката, словно пятно крови в тусклом свете. Лаура, ну конечно, ты не умерла. Интересно. То есть, а кто записку-то это вообще написал? Сам Рубик или кто вообще, не пойму. Этот сам Рубик, он наверняка раньше был каким-то человеком тоже, мне так кажется, потому что, ну, не мог же просто из ниоткуда стать монстром, появиться, то есть, да. Наверняка он был каким-то нормальным челом, нормальным, обычным мирным жителем. Потом произошла какая-то херня, и стал он, короче, злым. Вот теперь нужно нам выяснить, собственно говоря, из этой игры, какая херня произошла, и найти наших друзей, да. Это будет не так уж и легко сделать. О, спички. О, у нас две спички. Тут нужно не на всех врагов тоже расходовать спички. Это очень, конечно, опасный момент. Много моментов. Аптечка. Ух ты, вот это находка. Вот вторая аптечка, то есть вторая аптечка за игру мы нашли. Так, тут появляется враг. А откуда? Подожди. Вторая аптечка полная. За игру. Твою мать. Это кто? Блин. Что ты делаешь? На него нападать нужно. Я просто shift нажал, чтобы присесть, а он это... В шкаф залез. Там тоже нужно shift просто нажать. Давай. Кстати, мне вот удивлял один момент больше всего. Почему вот, да, вот у Себастина есть нож, но нам не дают им пользоваться. Только когда скрытные убийства производить дают ножом. Он вырубает, да, как вот в Манханте, похоже, да. Но вот когда именно, чтобы просто достать чисто нож, и просто им там резать, там бить, то этого почему-то делать нельзя. Это, кстати, довольно странно, хочу сказать, да. Этот гад, кстати, забрел в ту комнату. Где мы уже были. Да выбегай. Ну, бутылочка не приходилась, но на самом деле она нужна. Так что я ранее ошибался, то что говорил, что это полная хрень, эта бутылочка. На самом деле она нам нужна. И сейчас нам понадобятся патроны от пистолета. У нас, надеюсь, их нормальное количество. Ну да. Потому что сейчас будет один только сложный момент. Ну не сложный, а то есть неожиданный. Если проходить первый раз, то можно на нем и... Короче, застопориться. Что тут у нас такое? Да, интересный, собственно говоря, особняк. Так, ух ты, это что? Баночка. Какая-то такая небольшая комнатка, да? То есть уже... Честно, меня уже начинает эта игра пугать. Фрагмент 10, 16, то есть. Твою мать. Это что такое? Ребят, не пугайте меня так, ладно? Так, в общем, сейчас нужно купировать пистолет. Бутылочка, конечно, тоже нам понадобится, но сейчас нам нужен именно пистолет, так сказать, да? Мать твою! Блин. В общем-то, нужно было попасть вот в этот переключатель. Походу, Рубик не хочет, сука такая, успокаиваться и
в общем-то, сделал для нас ловушку, так сказать, да, чтобы мы, чтобы нас, в общем, сделать нам фаталити, как из Mortal Kombat Армагеддон. Но мы, это парень пораженный, Себастьян, и, в общем-то, нужно было стрельнуть в этот переключатель, с помощью которого эти две спирали и работали, и тогда они перестают работать. Собственно говоря, Рубик, конечно, может быть и умный, но он сам, должен говоря, прекрасно знать, что каждая деталь, каждый аппарат работает на чем-либо, и это что-либо можно остановить. То есть у вас же не будет компьютер работать без этого, как его, без розетки, без электричества, правильно? Ну, ноутбук, может быть, будет, но компьютер не будет. Ну, сейчас уже такие пошли, как бы, беспроводное все, то есть, да. А раньше вот так вот было. То есть, я имею в виду то, что у каждого, абсолютно у каждого аппарата есть свое слабое место. То есть, вот что я имел в виду. То есть, я не говорю, что там компьютер без розетки. Такие компьютеры на века уже есть, что спускаются сами от себя, а это я не про это. Я про другое сейчас вообще говорю. Так, что мы тут найдем? Так, вот это, кстати говоря, может встать, так что лучше сжечь. Да, мне уже интересно. Вот, вот какой должна быть, собственно говоря, The Evil Within. Вот какой она должна быть. Вот такой. Так, что у нас тут такое? Мне интересно. Пусто? Это я помню, короче, сегодня вот открываю так шкаф на кухне с продуктами, холодильник открываю, а тут пусто. То же самое и тут что? Такая же херня, ну ладно. Можно тоже спрятаться, но мне кажется, что для Рубика это не прокатит. Это вот не прокатит, то что ты будешь прятаться там в шкафы, всякую херню. Мне кажется, для него это не прокатит. Это для обычных зомбаков прокатывает, то, что спрятался там. А для Рубика это вряд ли, собственно говоря, прокатит. Так, и тут мы в какой-то странный туннель зашли, подземный, какой-то странный. И что же у нас тут происходит? Ух ты, ё-моё. О, вторая головоломка с мозгами. Большая баночка, ни хрена себе. Так, еще болт, но мы его взять не можем. Так, ну что же, вот нам предстоит выполнить черед. Нам выполнить, в общем-то, еще одну вторую головоломку с мозгами, которая будет уже довольно посложнее, нежели чем первая головоломка. Ну что ж, давайте попробуем, пацанючки. И тут уже голова повернута не... Он смотрит, то есть, не вперед, а уже смотрит влево, то есть, да? Влево смотрит от нас. И тут уже будет довольно сложно определить какие-то определенные части. Так, вот. В общем, вот желтый участок. В общем, тут нам и нужно Твою мать. Вот он, показан тут. В общем, вот нам нужно куда тыкать. Где этот желтый участок? Не оранжевый. Не красный, не зеленый, не синий, а именно желтый. Так, давайте смотреть. Должно быть две палочки стоять. Так вот, первая палочка снизу, и вот вторая чуть повыше. И нам нужно чуть-чуть ниже первой. Чуть-чуть. Это, наверное, где-то примерно может быть здесь. А может, я и ошибаюсь. Да попробуем. Нет, не то. Не то. Давай тогда попробуем вот здесь. Да, правильно. Ну да, тут, в общем-то, простая суть головоломки, то есть просто нужно сравнивать с рисунком, да? Да, и, кстати, хочу сказать, что голова-то живая, он... Странно, почему, то есть, человеческая голова живая, без... моргает глазами, то есть, без тела, без всего, с открытым черепом, то есть, как такое вообще возможно. Ну, я тут не удивляюсь особенно, потому что эта игра, это... The Evil Within, тут удивляться нечему. Так что, вот такие вот дела. Что же, теперь мы направляемся в главный холл.
и активируем вторую капсулу. Так. И тут у нас идет очередной флешбэк. Out of sight, out of mind. You did, didn't you? Oh, you were never out of my mind. I hope you're proud of yourselves. Так. Очередной призрак. Ну не призрак, просто флешбэк. Кстати, а почему он именно над этими ребятами стоял? И почему эти ребята как бы находятся здесь, а тоже не как он? В этом воспоминании. Странно, да? Ну ладно. Ух ты, как я мог это пропустить? Ключик. Тут нужно ключики находить, потому что потом можно найти какой-нибудь очень полезный предмет. В ящичках, в ячеечках таких небольших, да? Так, ну ладно, давай вернемся, наверное, да, чтобы активировать. И сейчас, кстати, может появиться Рубик. Но я надеюсь, что он не появится, потому что тогда меня сильно бомбанет. Так, посмотрим. Пожалуйста, не появляйся, малыш ты мой. Еще один. Ну что же, остался последний. Так, и, наверное, сейчас лучше сохраниться. Потому что если сейчас будет Рубик нас поймает, так вот, чисто так вот случайно, то мы опять будем начинать с контрольной точки. А я этого не хочу делать. Там какая-то газета. Рубин. Пропал Рубин Викториану. Сына богатой семьи Викториана не видели с тех пор, как в поместье произошел пожар. Рубер? Какое-то знакомое имя. Подожди. Рубер. Созвучие происходит. Слушай, а может быть этот Рубер и есть Рубик? Подожди. Такой, типа, у него псевдоним. Так, мы сохраняемся. Вот. Здесь. Возможно, это псевдоним. Так, ладно. Все, можно расслабиться. Мы сохранились. Ну, не очень такой тяжелый, собственно говоря, этап. Но это потому, что я проходил первый раз. То есть, когда проходишь первый раз, тут вообще, можно сказать, на каждом моменте можно заткнуться и, собственно говоря, не пройти. Это что за звуки? Ой, твою! Неужели Рубик приближается? Что? Почему закрыто? Тут открыто. Ух ты. Второй циферблат. Интересно, старый циферблат сейфа с числами от 0 до 9. Там было от 0 до 24, а тут уже от 0 до 9. Интересная комбинация. Так, и что это у нас тут? Картина? Пол картины. Кого-то, походу, собираются казнить. Походу, это девушка, это парень, парня казнят, и девушка переживает. Ну, мне лично так кажется, это лично мое мнение. Может, там как-то и по-другому все происходит. Статуя. Твою мать! Так, в общем-то, идем дальше, извиняюсь. Что это было вообще? Что это был за звук? Я что-то вообще не понял. Так, ладно, в общем-то... О, как я мог баночку пропустить? Вот я слепо шара. Так, ладно, в общем... У нас сейчас есть доступ к одной комнатке. Так что же это за звук-то? Да, я, кстати, хочу сказать, что... Что мы... Не можем выйти. Хоть мы и вошли. Так, в общем-то, сейчас идем опять же через тот путь, в котором мы уже были. Так, мы тут были. Да, собственно говоря, такая вот запутанная игра. Что поделать? Нужно думать.
Так. Ты как открывать-то? А, вот. Ладно, все, надвигаемся дальше, не будем задерживаться. Так, что у меня? Подожди. Ты... Такое неудобное управление. Точнее, неудобное управление, но как-то он вертится слишком так. Как-то резко не успеваешь реагировать. Окей. Так, идем дальше. И что тут за дверью этой? Интересный кугу. Так, какая-то комната. Надеюсь, тут скример не выпрыгнет какой-нибудь, не напугает меня. А то я боюсь до чертиков. Аудио какое-то. Maximum frequency stimulation of cortical regions has proven less than effective. Нож? А. The subjects scream. Или что это? Scream, but they die much too quickly. Твою мать! Tailored settings achieve better results. The only question that remains is which regions to focus on. Fear, hope, concern, trust, envy. Three of these are pivotal. А я вырубить его не могу. На! Так ладно, у нас сейчас до хрена патронов от этой херни. Все, подыхайте, а то вас слишком долго мочить. Они очень резко выпрыгнули, я не успел даже их убить. Ковер, кстати говоря, как у Пашенди на стене похожий. Пашенди, посмотри на этот ковер. Он как у тебя на стене, в той комнате такой же, похоже, висит. Прям точь-в-точь похожий, да? Бомба. Yes. Так, все, идем дальше. Что нас ждет? Да мы уже отсюда вышли. Странно. Я боюсь этого звука-то, а. Это вам не хухны-мухны. Так, ладно, в общем говоря, сейчас идем к комнатке с циферблатами. Наверняка там что-то есть. И лучше поскорее, потому что если этот Рубик сейчас нас опять опередит, то будет крандец крандецов. Да, вот эта комнатка. Ну, вставляем. А, тут они сами поворачиваются. Я думал, нам еще придется головоломку с циферблатами. Да отс! Твою мать! Ты что, охерела, что ли, так пугать, а? Ё, твою мать, блин. Чуть не пересрался. Так, свет, ничего не видно. Блин, я боюсь. Я боюсь. Не убей нас, пожалуйста. Так, скример не выглядит нигде. Фу. Ну что же, нашли мы две детали. Циферблата 2, и теперь нам осталось разгадать последнюю, собственно говоря, головоломку с нашим мозгом. И теперь это самая сложная головоломка из всех трех, и нам уже нужно придется попотеть чуть-чуть. Тут уже сложно уже повернут наша голова. Как-то вот так вот к нам уже смотрит назад. Ну, также смотрим, ищем части. Вот у нас ордер, часть ордер. Так, в общем-то, вот нужно ее присоединить просто и искать уже. Ну, давай попробуем. Так, вот они первые две, они нам не нужны. Они ближе уже к лицу находятся, нам нужны, которые отдалены. То есть вот они первые две, вот эти. А нам нужна вон та и вот эта вот. То есть вот эта нам нужна. Вот это вот самая крайняя и вот это вот самая-самая нижняя. Вот это нам нужно как-то по ним, собственно говоря, ориентироваться. Так, ну давай смотреть. Да. Куда нам, собственно, нужно, как нам нужно ориентироваться.
Давай попробуем вот сюда. Нихера. Может быть сюда? О. Все, разгадали. Последнюю головоломочку. Сейчас, секунду. Вот. Здесь нам нужно было тыкнуть. Вот в этой части. Не в этой части, не в этой, а именно вот в этой. Ладно, все, убираемся, мы отдали. Осталось активировать последнюю капсулу и... Всё. И смотрим флэшбэк. The Victoriano family has always been a generous contributor. Where are your parents? They have gone away. When do you expect them? Is there something you wish to discuss, Doctor? I came to inform you that the hospital will no longer be able to provide you with assistance. Materials. Your research will very quickly disintegrate. How dare you come into my home and threaten me? А вот этот Викториано, кстати говоря, похож на Рубика по лицу, если вы заметили. Я заметил, он похож. Так, ну ладно. Вот мы активировали, ну и все. Теперь осталось отправиться за доктором Марселу и Лезли. Ну мы тогда уже направимся в следующей части, потому что эта часть уже подходит к концу. Ну что же, на этом все. The worrying type, I see. Следующая часть будет довольно интересная. Так, в общем, извиняюсь. В общем-то, в следующей части мы, собственно говоря, отправимся в эту середину, в эту дверь, которую мы активировали с помощью трех капсул. Мы, наконец-таки, надеюсь, что найдем доктора Марселу Хименеза и Лезли, его пациента, которые, собственно говоря, туда до нас и вошли. Мы также откроем ключиком ячейку, ключиком, который мы нашли. И что же интересного мы там найдем. Ну, все это уже в следующей части. Я чувствую, что следующая часть будет довольно напряженная, так сказать. И удачи вам. И пока. Оценивайте мое видео. Ставьте мысленные комментарии, мысленные лайки. Говорите, что понравилось, что нет. Ну, с вами был я, Кирилл. Удачи тебе, пацанючек, Пашенди, и тебе, Димыч Андреевич, удачи вам, мои пацанючки, и пока. Собственно, увидимся в третьей серии 6-го сезона.